Привет, друзья! С вами Ирина Маркелова-Агапова. Вот очень многие говорят, что вы наживаетесь на больных детях. А что вы сделали для детей, для того, чтобы помочь тяжело больным детям? Вместо того, чтобы языком чесать, зайдите на сайт фонда и окажите помощь. Я вчера оказала помощь ребенку 500 рублей. Борис Маркелов, мой муж, оказал помощь больному ребенку, новый ребенок на сайте фонда. Сейчас я зайду в этот фонд и покажу вам. А также смотивировали команду, чтобы они по 100, по 200, по 400 рублей, кто сколько может, оказали помощь этому ребенку. Заходим на сайт. Сайт называется www.ru. Всем миром. Благотворительный фонд международный. Вот новый ребенок, Настя Горячева. Нужно 38 700 рублей, а собрано 3 450 рублей. Смотрим отчеты. Вот Алексей Иванов. Вот смотрим, моя команда. Белясова Галина оказала помощь 400 рублей. Ирина Агапова Маркелова. То есть я 500 рублей. Александр Макаров 300 рублей. Майсина Валентина, пенсионерка, 150 рублей. Вилка Ускас Александр 300 рублей. Дворяткина Лариса 100 рублей. Маркелов Борис 500 рублей. Наш директор проекта Александр Комиссаров 500 рублей. Вот, можете посмотреть все отчеты. Как только вы оказываете помощь, перезагружаете страницу, и тут же вы можете видеть в режиме реального времени, вот сегодня 13 февраля 2017 год, сразу можете увидеть отчеты. Оказать помощь очень просто. Отправить смс с текстом www.ru 100 на номер 3443. Стоимость этого смс 100 рублей. Вы можете изменить сумму, заменив 100 на другое значение. Тут еще есть другие детки. Вы можете полистать, нажав курсор вправо-влево. Вот средства собраны. 684 рубля на имя. И Георгию собрано 220 000 рублей совместными усилиями. Зайдите и окажите помощь, вместо того, чтобы языком молоть. Да, да, детям нужно помогать. Возьмите и сделайте доброе дело, и оно вам вернется, потому что добро возвращается.